Здравствуйте, с вами Афиша, программа, которая подскажет, как провести ближайшие выходные. Меня зовут Юлия Север, о самых ярких мероприятиях расскажу прямо сейчас. 31 января в 19:00 в концертном зале Самарской филармонии юбилейный концерт легендарного грушинского трио. Ольга Ермолаева, Анатолий Головин и Александр Исаев. Не случайно именно этому коллективу уже много лет доверяется открывать каждый очередной грушинский фестиваль. Концерт обещает быть поистине теплым и душевным. Приходите. 1 февраля в субботу приглашаем в театр «Камерная сцена». Сказка о любви ожидает вас. Спектакль поставлен по мотивам знаменитой притчи Ганса Христиана Андерсена «Русалочка». Это взрослая история, и спектакль тоже для взрослых. Театр размышляет о любви и обнаруживает, что понять ее невозможно. Почему любовь приходит и куда она исчезает? Кто виноват в ее исчезновении? Неразрешимые вопросы. Но, быть может, хоть на немного мы приблизимся к ответу. Не пропустите сказку о любви в театре «Камерная сцена». 3 февраля открывается итоговая фотовыставка «Самарский взгляд 2014». В фотоконкурсе «Самарский взгляд» приняли участие 129 человек. География участников: Самара, Самарская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Воронеж, Калуга, Новосибирск. На выставке будут представлены 198 работ. Экспозиция будет работать с 3 февраля в галерее «Новое пространство». Это все, о чем хотела поведать вам сегодня. Желаю вам всего доброго и до скорых встреч!